Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Гости на ужин. Ужин субботы. Еще только собираюсь готовить. Фрукту поставила. И у меня есть рыбка. Есть две маленькие скумбрии. Вот такие вот. Их надо самой разделать, потому что маленькую рыбку у нас не чистят. Это ты сам работаешь с ней. Сейчас я его быстренько почищу и помою. Рыбка будет с бататом. Красная картошка сладкая. Все в духовке. Рыбка почищена, помыта. Буду жарить сразу две морды, потому что она маленькая. Скажем так, одна морда на один вечер. Ну, примерно так. Я думаю, когда снимется с косточки, не так уж и много получается мяса. Рыбку буду укладывать на овощи, морковку, лук и болгарский перец. И рядом будет батат. Рыбка жарится очень быстро. Минут 25-35 она будет готова. Тру на терку морковку, нарезаю лук и болгарский перец и все укладываю в форму. Морковка, лучок, чесночок, корень имбиря, и у меня много лимона пойдет. Внутрь, сверху полью, ставлю в рыбку. Морковка натерта на терку. Лук я перьями порезала. Добавляю сок лайма, лимона, оливковое масло, сухие специи, соль, перец, орегано, базилик, провансальские травы. Еще режу, у меня тут есть корень имбиря, все это миксирую. Выкладываю под рыбу, внутрь рыбы и сверху на рыбу. И чесночок. И наше чудо смесью накрываем снизу и сверху рыбу. Укрываем ее со всех сторон. И внутрь ставим и чесночок тоже. И внутрь я нарезала немножко. И корень имбиря, и лимончик. Запаковала я свою рыбку с двух сторон. Снизу подушка овощная, внутри. Сверху лимончик и сливочное масло. Отправляю в духовку. И быстро чищу батат. Батат присоединится к рыбке через минут 5-7. Это 5 минут займет его чистка. И рыбка будет готовиться где-то минут 35. Мои две морды вовсю жарятся. И я добавляю картоху. Картохи много, целая тарелка. Но надо было его, батат, использовать, потому что начинал портиться клубень. Картохи много, но рыбка уже почти готова. Я ее потом отдельно сниму на блюдо, а картошку еще дожарю. В этих специях, в соусе этом. У меня есть пол ананасика. Он не очень хороший. Мягкий уже. И задумка, в общем-то, использовать не сам ананас, внутренность, а вырезать внутри ананас и вставить внутри картошку. То есть в середине тарелки будет стоять ананас, внутри будет стоять картоха. Листики я туда вставлю салатные. И по бокам будет еще рыбка. Вот такая будет икебана. Ананас очищен, внутрь я ставлю салатные листья, вертикально будет становиться картошка, потому что я ее соломкой порезала. А маленькие кусочки ананаса я зажарю в этом соусе от рыбы, который останется. Ну, примерно так, рыбка уже готова, а картошка еще немножко жарится. Внутрь я ставлю салатные листья и внутрь прыгает вертикально картошка. Картина маслом, рыбки выстроились, внутри салат стоит и туда должна запрыгнуть картоха. Картина маслом, я еще цветочки тут прилепила. У меня есть томатный соус, я делала с макарошки. Он холодный, но с вот картошкой классно будет. И картоха готова. Я ее выкладываю. Некоторые чуть покрупнее, я обратно отправлю в духовку. Все равно вся не влезет сразу. Ну и так, две мои морды выглядят сегодня. И зачем мне ходить в ресторан, когда я сама готовлю, как в ресторане. Картошка красная, батат. Обычно ее производят на Антильских островах, ну или в Карибском море. Ну, в Африке тоже, в принципе. Но, в общем-то, это не европейский продукт. Поэтому у меня тут цветочки. Сегодня я надыбала на базаре картоху. И все это выместилось у меня в такую картину. Можно приготовить по-другому. Но вот у меня попала большая картошка. Мне хотелось ее использовать, потому что она начинала портиться. Вот у меня были две рыбки. Остаток соуса от макарошек у меня был. И я наваяла две рыбки себе на два дня, на два ужина. С картохой, с бататом. Показываю с разных сторон, как оно выглядит. Вот такое блюдо. Ну, почти как в ресторане, можно так сказать. Как будто слетал куда-то в Доминикану. Или на французские острова. Гваделупа, Мартиника. Блюдо выглядит как будто оттуда. Картоху буду макать в соус. Рыбки маленькие.
Я думаю, одну рыбку на один вечер. Тоже перепалась у меня экзотическая фрукта. Вся практически у меня на столе. Еще есть одна, но она трудно разрезается. Еще есть мангустинчик, но дуже твердая кожура, не могу разрезать нормально. Один разрезала, слопала немножко. В общем, стол у меня сегодня экзотический. С французской рыбкой, купленной в Париже. И с продуктами и цветами с Карибского моря, можно так сказать. Хочу на отдых, на Карибы. Ну, я приступлю к своей трапезе, пока еще теплая. Прокрутила тарелку с разных сторон, показала, как это выглядит. И заходите в гости. Я подкармливаю супчиками не только. Иногда на выходных что-нибудь придумаю из того, что мне перепадает. Сегодня перепал батат, рыбка у меня была. Ананас, который был переспелый, я его использовала как вот декорацию под картошку. До новых встреч на моем канале. Thank you.